По приглашению архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта сегодня глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов и спикер парламента Александр Иванов посетили Никольский собор в Черкеске, где в течение 3 дней находится Казанская икона Божией Матери. Феофилакт рассказал об истории образа. У православных верующих эта икона считается одной из главных святынь, покровительницей Отечества. Архиепископ поблагодарил за организацию пребывания святыни, в том числе за обеспечение безопасности граждан. Рашид Тимрезов посетил также музей истории церкви и казачества в Никольском соборе. Осмотрел специальную экспозицию, посвященную службе наших земляков в зоне СВО. Абсолютно уверен, что Карачаево-Черкесия является примером согласия и взаимоуважения разных людей, национальностей и вероисповеданий. Все люди сегодня объединены одной целью, чтобы наша страна с каждым днем становилась сильнее и могущественнее, в том числе благодаря нашему духовному единству, отметил глава республики.